И котики пришли помогать. Собирать ягоду. Рыжик, будешь собирать? Есть и вот такие вот экземпляры. Такая вот ягодка. Хорошенькая. Крупненькая. В общем, всякая разная. Цветет она еще. Активно прям так зацвела. Укропом прям все затянуло. Вроде не было столько. Но сейчас прям набралось его. Всю не буду собирать. Только ту, которая прям красная. А остальная пускай еще лежит и поспевает. Конечно, ягода не вся крупная. Есть отдельная вот такая вот экземпляры. То есть... Всякая разная ягода. Она ремонтантная. Крупная, мелкая. Но зато есть всегда. Пошел буквально каждую неделю по два раза. И ягодка и цветет, и наливается, и спеет. Тут большой куст сначала усы давал, а сейчас зацвел. Много достаточно завязи. Все усы обрываем. И вот так вот он цветет. Там вот так сейчас все красиво. Сегодня погода очень хорошая. Такое вот небо. И все в укропе. Ну, вот такой вот получился сбор ягодки. А остальная пускай доспевает еще. Прям покраснела она. Потому что мне она еще не совсем вот некоторая поспевшая. Пускай еще лежит. И вот такая вот земляничка. Очень ароматная, вкусная. Такая вот ягодка. Сегодня у нас 6 августа и очередной небольшой сбор земляники. Снова будем собирать. Вот такая вот ягодка. Вот столько получилось собрать ягоды вот с этой вот грядки. И сейчас будем собирать остальную. И вот только закончил собирать, сразу пошел дождик. Вот такая вот получилась небольшая чашка земляники. Цветет еще длинный зев. Некоторые только зацветают. Криопсис вот так красиво цветет. И зацветают шафраны. Сегодня у нас 10 августа, и снова буду собирать землянику, на этот раз на заморозку. Как раз наспела она. Часть сварили, часть просто так ели, ну и надо немножко заморозить на зиму. Вот такая вот вкусная ягода. Вот этот тоже кустик такой интересный. Ягоды как капли.
такая вот ягодка. Симпатичная. Как капельки такие вот. И она причем не красная, а розовая. Есть вот такая вот покрупнее. Земляника это ремонтантная. Цветет она до самой осени. Сеяли ее на рассаду в январе. Высаживали в конце мая. Ну вот сейчас 10 августа. Ну, в принципе, она где-то середина июля она зацвела. Но на следующий год перезимует и будет цвести уже в конце мая, начале июня. Ну вот, очередной такой небольшой сбор ягоды 10 августа 2021 года. Сегодня у нас 14 августа. И вот после дождей собрали еще вот такую небольшую чашечку земляники. Было пасмурно, поэтому не так много ягод наспело. Дожди. Вот сейчас только наконец-то хоть немножко потеплело. Вот такой вот кустик земляники садовой Настенька. Такая ягодка. Одна. Здесь еще вот одна такая крупненькая. Продолжает кустик цвести. Ну, вот первая ягодка покрупнее, а остальная, конечно, будет не такая крупная. Вот такие ягодки. И вот этот тоже кустик вам покажу. Очень урожайный. Смотрите, какая ягодка. Столько ягодок. Сорт, к сожалению, не знаю, потому что из своих семян, поэтому, может быть, там какая-то и пересортится уже. Но вот есть вот такие отдельные кусты без усы. И в то же время вот такие вот они урожайные, вот с такими ягодками. Всякие разные, в общем. Это следующий тоже так. Такие вот. Ну, здесь уже похуже, конечно. Но тоже есть такая вот крупненькая. Тоже вот еще одна крупненькая. Поэтому ягода, конечно, есть, но из-за такого жаркого лета она, вот видите, уже отходит. Здесь тоже вот такие вот. Такая ягодка. Неплохая, нормальная. Если погода была еще лучше, еще бы ягоды больше было. Так жарко. Вот некоторые кусты прямо они вот такие светло-зеленые, с которыми все хорошо, вот они поярче. Тут кустик тоже вот видно, что он урожайный. И ему всего достаточно. Вот сейчас к нему подошли. Вот такая ягодка. Вот здесь тоже, вот видите. Такая вот ягодка. Еще она и цветет, завязывается. Такая красненькая. В общем, всякое разное. Где-то лучше, где-то хуже. Здесь куст дельфиниума откуда-то взялся. Есть, конечно, мелкая. Но тоже вкусная. Здесь уже отошла. Здесь туз. Пошел, надо убирать. И на земле, которая растет здесь, хоть немножко притеняет укроп. Тоже вроде бы ягодка была. Но тут еще зеленоватая она, конечно. Она и в траве. Сейчас будем смотреть и здесь. Очень, конечно, жарко. Вот такой вот получился сбор ягоды. Небольшая вот такая чашка. Есть некоторые, конечно, уже и белобокая. Ну, в общем, всякая вот такая ягодка. В целом неплохо для 22 августа. Такая чашечка ягодок.
Поэтому вот такие дела. Еще все цветет. Стрекочут кузнечики. Бабочки летают, пчелки, поэтому лето еще, можно сказать, в самом разгаре. Ну а всем тем, кому видео понравилось, подписывайтесь на наш канал, делитесь этим видео с друзьями и заходите почаще в гости. Всем пока-пока и всего самого-самого доброго.